Горячая пора ремонтных работ для работников коммунальной сферы позади. По словам руководства управляющей компании, жилой фонд «Агидели» готов к запуску тепловой энергии. По подготовительным работам завершены ремонтные работы по ревизии и замене запорной арматуры. Промытая, прессована вся система отопления в жилых домах. Тоже проведены большие работы по обеспечению надежности водоснабжения в зимний период. Значит, проведены работы по замене технологических трубопроводов и запорной арматуры. Надеемся, что отключений по воде больше не будет. Стоит отметить, что одним из главных условий при запуске тепла является отсутствие задолженности ресурсоснабжающим организациям. И собственниками не всегда удается достичь понимания в этом вопросе. Как следствие, у горожан имеются долги за поставленную тепловую энергию. По состоянию на 1, значит, сентября имеются долги в размере 8 миллионов рублей за поставленные энергоресурсы. Напомним, что тепло в домах дадут при условии, что среднесуточная температура в течение 5 дней продержится не выше 8 градусов. Но сначала отопление дадут в социально значимые объекты и уже затем в жилые дома.